жениться на других на зло кому-то. Ой, бежать от самих себя, людей использовать как лекарство. Разве это честно? Честно жениться на девушке удобной, красивой, молодой, из хорошей, богатой семьи на зло кому-то, чтобы кого-то это задело, мол, не на мне жениться, а вот на другой, да? Если вы женитесь не на тех, кого любите, поверьте, скорее всего, тем уже на вас наплевать. А взяв в жены кого-то с чистого листа, добрую, красивую, ласковую, которая к вам питает чувства, надеяться на брак, и иметь ей мозг, разбивать ее сердце, врать ей, что вы ее любите, использовать, не испытывать чувства к ней, это совсем нечестно. Вы превратите жизнь в ее в ад, потому что нет ничего хуже, чем быть в отношениях, в браке, в семье с женщиной, которую ты не любишь, при этом любя другую. Все мысли будут о другой, все чувства, все желания, целовать, обнимать, общаться, хихикать, ходить в гости. Все хочется с другим человеком делать. А здесь вот просто попалась под руку. И страдает, и переживает. Это разве честно? Она что, лекарство? Она что, арбидол, который можно купить в аптеке? Она что, а? Она что, пластырь на ранку? Нет, она же человек. Она же тоже хочет семью, любви, тепла, родить детей, быть счастливой. Это самое настоящее предательство, использовать человека ради того, чтобы кому-то отомстить или себе что-то доказать, мол, я такой нереальный, крутой, вот там назло тебе я женюсь на другой. И кому? Кому вы что доказываете? Ну, ребят, проснитесь, нельзя убежать от самих себя, нельзя использовать людей как лекарство от бывших, понимаете? Они вам ни гемодез, ни система. Они тоже хотят любви и счастья. Нельзя использовать людей как мясо. Однажды вам это выйдет боком, и вы сами охренеете от того, что останетесь и без лекарства, и без человека, которого взяли в жены, и уж без той, которую когда-то любили. Ей тоже будет на вас глубоко наплевать.